С помощью силы воображения можно создать что угодно. Нам обещали еду, кровати, учебники. У нас ничего нет. Тебе придется полететь в Нью-Йорк. Они готовы пожертвовать много миллионов долларов. Я добуду деньги для нашего приюта. Вы, должно быть, Изабель? Да. Я Тереза. Рада встрече. У меня список необходимого. Звонят по поводу церемонии. Простите, у меня сейчас ужасно много дел. У дочери свадьба в выходные. Приходите, познакомимся поближе. Объявляю вас мужем и женой. Поздравляю! Улыбка! Рада, что вы пришли. У Изабель приют в Индии, я хочу им помочь. О! Да. Что ты здесь делаешь? Я не знала. Здравствуйте. Вы Изабель? Я же сказал, что позвоню. Но не позвонил. Странно видеть его снова. Он очень хорош собой, а раньше он наверняка был просто неотразим. Я решила пожертвовать Изабель крупную сумму на ее приют в Индии. Я не доверяю твоей жене. Она дает деньги твоему приюту, а ты сомневаешься в ее мотивах? 20 миллионов? Зачем ей это нужно? Пойми, все это касается не только тебя одной. У нас нет выбора. Не скажешь, тогда я сама. Я хочу знать все. Что ты наделала? После свадьбы.